это традиционно военно-спортивная игра «Рубеж». Проводит ее и организовывает наша школа. И всегда мы встречали на базе своей школы, это были и разборка-сборка автоматов, надевание противогаза, то есть такой более в спортивном зале, в кабинетах более. А в этом году мы решили организовать на улицу не такую военизированную игру, но спортивную, чтобы дети подышали свежим воздухом, поулыбались, повеселились, покопались в снегу. Организовывает третья школа, а участвует 18 школ города здесь собрались. А возраст какой-то? Седьмые классы, да. Команда состоит из 4 мальчиков и 2 девочек. Ну, конечно, есть где-то исключения, потому что школы некоторые малочисленные и не могут найти мальчиков. Поэтому есть команда у нас «Амазона», девочки все участвуют. Да, будет награждение. 1-е, 2-е, 3-е место будет определены. Ребята на этапах, вот вы видите, саперы ищут, разминируют мину, ищут флаг в лесу, катаются на лыжах, донесения в штаб, перевозят раненого. Это очень интересно и здорово. Спасибо.